Новую разработку матированное стекло ставит на поток Уральский завод. Благодаря участию в программе индустриализации там не только наращивают объемы производства, но и работают в других направлениях. На предприятии считают, что уже в ближайшее время новая промышленная политика позволит сократить импорт стройматериалов. Сергей Коваленко демонстрирует свойства закаленного стекла. Уверяет, что оно в 6 раз крепче обычного, и окно с таким стеклом простым кирпичом не выбить. Сначала стекло нагревается 690-700 градусов, после чего оно выходит в камеру охлаждения, где происходит процесс закалки. И после того, как оно выйдет сюда, охлажденное, у него разрушение получается на мелкие частицы, что безопасно для любого человека при разбивании. Возможности завода 2000 квадратных метров стекла в смену. В ассортименте стекло с напылением, тонированные, закаленные, энергосберегающие и даже пуленепробиваемые. Новая разработка – матирование стекла. Оно прозрачное, но при помощи специальных диодов оно становится матированное. То есть в применении в перегородках, то есть для совещания, чтобы директор видел своих подчиненных, в то же время, когда начинается совещание, при помощи включения оно становится матированным. 15 лет назад в этом цеху работали 3 человека. В месяц обрабатывалось всего 100 квадратных метров оконного стекла. Сегодня годовой объем работы перевалил за 2 миллиона квадратных метров, а в коллективе 150 человек. Планы завода продолжают расти, а основа роста – спрос на его продукцию. Фотогоз Базарбаева, Руслан Газизов, Канат Махмутов, 24 КИЗ, Уральск.